Все мы знаем, что когда трубка горит, внутри уголь очень горячий. Раньше моряки гордились тем, что могут опустить большим пальцем уголь вниз. Мол, такие крепкие у них, мужественные, натруженные руки. А небезызвестный Тарас Бульба хвастался тем, что выбивал люльку прямо на ладонь. Рука у него была такая мозолистая, что ничего не чувствовала. Когда курильщик делает затяжку, уголь разогревается до 1800 градусов, а это значит, внутри можно расплавить гвоздь. В России есть день, точнее говоря, ночь на Ивана Купала, когда каждый желающий может ходить босиком по углям, якобы один день в году, и любой человек на это способен. Мне кажется, это требует отдельного расследования. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вновь чудо-передача «Рейтинг Баженова». И меня, если вы еще не забыли, зовут Тимофей Баженов. Сегодня я приехал в по-настоящему аномальное место. Это та самая Лысая гора, о которой так много говорят. Если набрать в интернете «аномалии», то сразу выскочит «Лысая гора». Здесь тебе и ведьмы, и шабаши, и НЛО приземляется. Не верю я во все это. Считаю, что грех верить во всевозможную нечисть. Не нужно давать шанс нечистому, потому что, веря в его существование, ты как бы даришь ему дополнительные силы для жизни. Нет их на свете, и жить сразу становится легче. Но все-таки есть одна аномалия, которая меня заинтересовала по-настоящему. Утверждается, что здесь, на Лысой горе, любой человек может ходить по раскаленным углям. Я никогда не пробовал, но всегда хотел попробовать. И если здесь это может сделать любой, то смогу, конечно же, и я. Итак, сегодня вечером я разжигаю костер, получаю хорошие угли, снимаю обувь и босиком по ним иду. Если это получается, я не признаю это место аномальным. Я еду в неаномальное место. Ну, например, в Москву. Развожу костер там, и там вступаю босиком на угли. Если я не смогу ходить в неаномальном месте по углям, то я скажу, да, Лысая гора – место особенное. А если эффект будет одинаковым, что здесь босиком по углям, что там босиком по углям, то я скажу, вранье все это. И нету никакой аномалии, так же, как и нет ведьм, леших и шабашей. Смотрите, я уверен, будет интересно. Это самая, на мой взгляд, приятная проблема российская. Дороги. Хотя, может быть, и хорошо, что дорога сюда такая сложная. Поменьше будет народу шляться. А с другой стороны, может быть, эта вся нечистая сила Лысой горы собралась и не пускает меня. Не хочет, чтобы я проверил, аномально это место или нет. Хотя, я думаю, проехать все-таки можно. Надо как следует просто на газ нажимать и пролетишь. Хотя не зря говорят, чем лучше джип, тем дальше идти за трактором. И все-таки я попробую.
Долго ли, коротко ли, я прорвался. Вот оно место, средоточие силы. Совсем недалеко до Лысой горы, и дальше я пойду пешком. Машину я оставлю здесь. Вечер и ночь я проведу там, где шабаши, где происходят чудеса, где настоящая аномалия. А утром уже вернусь и поеду в город. Но, видимо, придется машину помыть, потому что так меня на дороге общего пользования вряд ли пустят. Как в настоящем фильме ужасов, облака закрыли солнце, лишь только я подошел к водной преграде. Это река Вашана, и она отделяет меня от той самой Лысой горы, к которой я стремлюсь. Там я собираюсь провести ночь на Ивана Купала среди нечисти и поставить на себе страшный эксперимент. Но на самом деле все, по-моему, прекрасно. Очень теплый вечер, и сейчас я собираюсь преодолеть эту водную преграду. Нужно сказать, что Вашана очень холодная. Впрочем, посмотрим, чем закончится дело. Попробую перейти все это вброд. Начало хорошее, весьма демоническое. Чуть ногу не сломал. Вода довольно холодная. Закат. Я практически поднялся на вершину той самой Лысой горы, на которую так долго и мучительно пробирался. Позади залитые дождем поля, позади грязь. Осталась моя машина стоять за рекой, потому что грязь-то она проехать может, а вот через реку вряд ли. Я поднимаюсь на самый верх того места, которое, пожалуй, считается самым, что ни на есть, главным средоточием нечистой силы в России. Мне кажется, что это все ерунда. Прекрасный холм, весь усеянный земляникой. Посмотрите, какой закат, какие пейзажи открываются отсюда. Жду не дождусь, пока поднимусь на вершину, чтобы сверху посмотреть на всю эту красоту. Солнышко садится, облака чуть-чуть плывут. Кстати говоря, вот те родники, которые встретили меня у подножья, это та самая знаменитая Лысогорская вода, обладающая слабительным действием, выраженным слабительным эффектом. Я напился, прошел уже изрядный путь. Однако скажу вам, что пока что никаких действий этой самой Лысогорской воды на себе не ощущаю. Одышка сильная, все-таки гора не гора, а холм высокий. Пока еще светло, пойду вот в этом ближайшем лесочке дров соберу, разложу костер. Костер мне нужен сейчас. Но еще больше нужны его последствия. Нужна большая поляна, засыпанная углями. И на эти угли я собираюсь наступить своими босыми ногами. Сильно натруженными, но все же нежными. Пока солнце еще не закатилось окончательно, я занимаюсь разведением очага. Очаг нужен мне не только для того, чтобы совершить сегодняшнюю акцию хождения по углям, но и для того, чтобы разогнать комаров, просушить одежду, которая выглядит вроде бы сухой, но на самом деле она, конечно, еще влажная после перехода через реку. Если бы у меня с собой были спички или зажигалка, то, скорее всего, огня бы сегодня у меня не было, потому что, как вы догадываетесь, все насквозь мокрое. Но я буду разводить костер самым надежным способом. Я действительно считаю огниво
самым надежным способом для создания очага. Огниво – это пирит, то есть такой минерал, который не зря назван пиритом от греческого «огонь» – «пирос». Прямо скажем, здесь схватывается быстро. Береста горит очень жарко, долго, гораздо лучше, чем хвойные, потому что в ней содержится большое количество дегтя. И дровишки тоже я буду использовать сегодня березовые. Как вы догадываетесь, березовые угли особенно горячие. Горячее березовых только дубовые, грушевые и ольховые. Почему? Потому что древесина не насыщена смолой. Она, как говорят, узковолокнистая. То есть все так устроено, что лиственные деревья горят с гораздо большей теплоотдачей, чем хвойные. И в древние времена, когда работали кузнецы, и не было возможности использовать каменный уголь для плавления металла, для ковки стали, использовали всегда березу или дуб, потому что угли именно этих пород дерева обладают самым стойким и по-настоящему серьезным жаром. Ну, пока дрова прогорают, пока организуются угли, пойду-ка я займусь приготовлениями к сегодняшнему эксперименту, к настоящему опыту над человеком. Я когда готовился к этому, я не думал, что будет так страшно. Вообще очень хорошо, что я здесь один, и в этом путешествии я без помощников. Потому что если сейчас я заору, то я просто сотру эту пленку, и никто этого не увидит. С другой стороны, плохо, что я один и без помощников, потому что если я сейчас сожгу ноги, непонятно, как мне отсюда выбираться. Однако мужик сказал, мужик сделал. Это рейтинг Баженова. А ничего, терпимо. Можно еще раз попробовать. Конечно, жутковато, и вся шерсть на ногах сгорела. Ну, когда шерсть на ногах горит, это даже хорошо, картинки лучше видно. Итак, закрепляем успех. Но вот здесь, вот в области коленок, очень жарко. А там, где ноги опускаются на угли, не так. Ну, а здесь вот, в генитальной части, просто все пылает. Можно свариться. А все почему? Потому что огонь, чем дальше к вершине, тем жарче. А у подножья все-таки земля немножко угли охлаждает. Наверное, я так думаю. Вообще, дорогие друзья, я сильно психую. Но люблю свою работу. Ну что же, дело сделано. Я готов поверить в аномалию. И все-таки, мне кажется, нужно проверить. Однако вы сами своими глазами видите, что абсолютно босые ноги не горят в углях. Вот он, рейтинг Баженова, человек для опытов. Чуть было не сказал, опыты для человека. Нет, эти опыты, конечно, против человека. Я осматриваю свои ступни в поисках повреждений. Действительно, этот опыт оказался жестоким. Это больновато. Ходить по углям сложно. Несколько пузырей, безусловно, образуются. Но, в принципе, ноги человеческие, как выяснилось, в ходе этого опыта вполне приспособлены для того, чтобы пробежать по раскаленным углям. Прям хочется засунуть всю пятку в рот и облизывать ее, зализывать эти раны и ожоги. С одной стороны, эти опыты против человека, а с другой стороны, я думаю, что очень даже за. Потому что что есть тело, что есть бренная оболочка? Да ничего. Это всего лишь материал, который дан нам для эксплуатации. И если мужик ни разу в жизни не захотел наступить на раскаленный уголь, значит, наверное,
что-то у него не по-настоящему мужское в организме. Что-то, наверное, слишком маленькое или вовсе не выросло. А теперь вот пусть у меня ноги в пузырях, но зато я знаю, я это смог. Это рейтинг Баженова. И все самое интересное впереди. Ведь завтра я поеду в то место, где по углям ходить категорически нельзя. Здесь вроде бы каждый это может. Лысая гора, специфическое аномальное место. А завтра я поеду в такое место, где вряд ли человек в своем уме опустит ногу в огонь. К тому же завтра будет дополнительная сложность. Ноги-то обгорели. Наверное, и по простой земле ходить теперь будет некоторое время больновато. А по углям-то, ух. В общем, завтра выясним, существует на свете нечисть и аномальные места, где она клубится, или нет. А сейчас, я думаю, нужно уснуть сладким сном праведника, сделавшего свое дело, и проснуться, когда над землей уже будет прекрасный рассвет. И заранее уже мечтаю я о том моменте, когда опущусь я в ледяные воды реки, отделяющей Лысую гору от внешнего мира. Спокойной ночи. Итак, позади волшебная ночь на Ивана Купала, которую ваш покорный слуга провел на Лысой горе. Первое, о чем хочу доложить, нечистой силы не существует. Второе, Лысая гора совсем не лысая. В отличие от моей головы, она покрыта довольно густой растительностью. Третье, здесь полным-полно ягод. У подножья этой так называемой Лысой горы бьют прекрасные ключи. И там я наберу воды, умоюсь и попью. Мошки очень много, а мошка – это очень противные существа. Они похуже комаров. Маленькие вроде, но их тут тучи. И они выкусывают из человека куски плоти. Очень неприятная штука. А в остальном, по-моему, сплошные удовольствия. Настоящая Русь великая. Вашана не очень чистая речка. То есть вода-то, наверное, в ней чистая, но она коричневого цвета. Хочу сказать, что Лысая гора – это не гора вовсе, а холм. Потому что никаких признаков настоящих гор здесь нет. Это просто возвышение. Место это считается нехорошим. Здесь полно нечистой силы, как думают люди. Но я еще раз повторюсь, что нечистая сила существует только для тех, кто в нее верит. А я в нее не верю. Я верю только в силу добра и чистоты. По поводу хождения по углям. Удивительная штука, и меня тоже удивило. Я думаю, что этому есть научное объяснение. Человек, когда готовится наступить на угли, он так волнуется, что пятки у него потеют. И когда вот эти мокрые пятки оказываются на углях, то водяная прослойка, которая образуется между кожей и углем, очень быстро вскипает и образуется как бы подушечка, которая позволяет человеку делать шаг за шагом, и таким образом получается, что можно ходить по углям. Короче говоря, все это требует проверки. А пока что я собираюсь в обратный путь. Вообще благословенный край. Здесь по Алексинскому району, кстати говоря, когда-то гулял и Лев Николаевич Толстой. Но он, правда, здесь на лошади ездил. Утром была обильная роса, и я рассчитывал, что грязь сойдет. А ехать мне в город, а в город меня так не пустят. Что самое ненужное в гардеробе любого мужчины? Конечно же, носки. Но ни один нормальный мужик от носков просто так не откажется. Ведь они бывают нужны в самой неожиданной ситуации. Вот и сейчас, к примеру, где взять тряпочку, чтобы стекла мыть? Пожалуйста. Одна, так сказать, для черновой мойки, другая для чистовой. А резиновые тапочки вполне подойдут как емкость для того, чтобы переносить воду.
чистая душа, чистые помыслы, чистая машина, чистая планета. Все это принципы программы «Рейтинг Баженова». А вот носки, к сожалению, грязные. Ну что-то же должно быть и не прекрасно в человеке. Но они не воняют. Они просто очень-очень коричневые. Итак, все получилось. Прощай, лысая гора. Я смог босиком ходить по углям. Это неприятно, но все же терпимо для взрослого закаленного мужчины. Осталось самое главное – проверить, аномалия ли это. И теперь я еду разводить костер в то место, которое никак аномальным признать невозможно. Мои постоянные зрители знают, если второй раз показывают Баженова в машине, значит программа «Рейтинг Баженова» подходит к концу. Но сегодня это не так. Мы созданы для того, чтобы нарушать правила. Кульминация программы еще впереди. Меня зовут Тимофей Баженов, если вы еще не забыли. Это программа «Рейтинг Баженова». Рейтинг Баженова, как известно, должен продолжаться в любых условиях. Я, как вы видите, совсем не на лоне дикой природы, окружают меня ни деревья и ни цветы. Я в джунглях, но джунгли – это каменные. Это столица нашей родины – Москва. Я в районе Новослободской. Вот там шумит Новослободская улица, там Садовое кольцо. По правую руку от меня, как вы видите, известная телевизионная башня Останкинская. На мой взгляд, место совершенно не аномальное. Ну и главное, что нужно заметить. На Лысой горе я был в ночь на Ивана Купала, а сейчас эта ночь позади. Таким образом, исключены абсолютно все факторы, могущие так или иначе аномалию вызвать. Вот здесь я и разожгу костер. И попробую сейчас пройтись по углям босыми ногами. Хорошо в лесу. Бересты нарвал, дров насобирал, ямку выкопал, да и разводи свой костер. В городе совсем другое дело. Вместо дров – уголь. Вместо кострища – мангал. Вместо земли с травкой – вонючая рубероидная крыша. И все-таки определенный романтизм имеется. Разжигать эти самые угли я тоже буду сегодня не своим привычным, а непривычным мне городским способом. В этой бутылке специальная жидкость, которая пропитывает уголь. Между прочим, это парафин, растворенный в бензине и ацетоне. То есть, дорогие друзья, это самый настоящий напалм. А вот асбест, он станет защитой рубероидной крыши. А вот и шамотная смесь, которую я собираюсь насыпать сверху на асбест. И уже только потом выкладывать на эту смесь уголь. И подходи, брат, кафе на крыше «Рейтинг Баженова» у Тимофея. Сегодня в меню жареные человеческие ножки. Ну, по-моему, все готово. Угли красные, можно начинать. Я высыпаю из мангала раскаленные угли. Прямо на асбестный лист. И мангал убираю. Ух, горячее так все такое. Жар очень хороший. Время поставить точку в рейтинге Баженова. Итак, есть аномалия на Лысой горе или нет? Если сейчас я получу ожоги и не смогу пройти по углям, аномалия есть. Если я пройду, как ни в чем не бывало, скажу вам, не верьте в сказки. Штаны я сегодня снимать не буду. Я их просто закатаю. А вот ботиночки обязательно.
Я ответственно заявляю, что никаких аномалий не существует. Взрослый мужчина в состоянии, собрав волю в кулак, пройти по углям. Эксперимент окончен. Закончено и мое путешествие на Лысую гору. Подходит к концу и очередной выпуск программы «Рейтинг Баженова». Меня зовут Тимофей Баженов, если вы еще не забыли. Человек для опытов. Обычно в конце программы еду я домой. А сейчас мне ехать-то некуда. Я дома. Вот оно, родное Останкино. Вот она, телебашня. Совсем недалеко от нее живу я с мамой и котом в небольшой квартире. В многоэтажном доме, таком же, как этот, на крыше которого я сегодня устраивал этот эксперимент. Самое время тушить огонь. Тушить я его буду той самой водой, которая якобы оказывает слабительный эффект. Скажу вам сразу, что я ее пил, а эффекта никакого. И верить в это точно так же не нужно, как не нужно верить и в сказки о том, что какая-то мифическая нечисть живет на Лысой горе. И что человек может ходить по углям только там, на Лысой горе. И только в одну ночь. В ночь на Ивана Купала. Человек на самом деле, мои дорогие, может очень многое. Главное, чтобы нервы у него были крепкие и воля сильная. Это «Рейтинг Баженова». Смотрите в следующий раз. Я уверен, будет еще интереснее. А сейчас канал не переключайте. Следом за нами идет очень хорошая передача.